Люди дешевеют, вещи дорожают. Люди дешевеют, вещи дорожают. Просто бездуховность в мире процветает. Уточку и губы, селфи с голым задом. Были бы финансы, доброты не надо. Мимо инвалидов и котов облезлых едет модный перец с фейсом бесполезным. У него стабильность, папа в депутатах и диплом нехилый. Он учился в Штатах. Кто-то за идею и семью воюет. Кто из генштаба званиями торгует. Звезды на погонах за продажу пленных. Но они дешевле слез обыкновенных. Горе командиру вдруг героя дали, чтоб в котле и дальше те своих бросали. Чтоб брат на брата за авто и дачу, кто в бою бесплатно жизнь отдал на сдачу. Продаются кресла, галстуки, портфели, новости в газетах и большие цели. Отыщите совесть за вознаграждение. Курс души обвален за одно мгновение. Ненависть затмила в людях сострадание. Главная задача – просто выживание. То, за что боролись, оказалось бредом, как в войне с собою одержать победу. Только смех детишек возвращает к Богу, ведь войною к миру не найти дорогу. Небо смотрит сверху и от слез сидеет. Вещи дорожают, люди дешевеют. Ирина Самарина, «Лабиринт», 2015 год.